Все мы выросли на «Звездных войнах». Но мог ли я помыслить о том, что когда-нибудь мне доведется работать над ними? В работе над фильмом «Изгой-1» я стремлюсь не просто выйти на новый уровень мастерства, но подойти к делу как можно более творчески. А главное — сделать так, чтобы все соответствовало духу «Звездных войн». Зверушки потрясающие. Они моргают. И у них тончайшая мимика. Поднимаешь глаза и видишь, как огромная обезьяна палит по тебе с борта космолета. И тут вспоминаешь: ах да, «Звездные войны». Обожаю горилл и вообще обезьяны, люблю космос. Если совместить, получаются космические обезьяны. Просто мечта. На съемках что ни день, то новые незабываемые впечатления. Каких тут только не увидишь роботов и созданий. Очень приятно.